Все очень просто, да? Готовы? Итак, помогите мне досчитать, я что не умею. Так, Сергей, стоп. Секундочку, единственное, что я вас, девочки, решил настроить. Просто был случай, я хочу предупредить, чтобы не было такого. Раз, два, три. Так что аккуратнее, пожалуйста. Итак, защитились. Как там первое что? Раз, да? Потом что? Два. Три. 300 спартанцев! Стоп. Я считал 300 спартанцев. Куда вы скачете? Она же стала? Нет. Еще раз. Андрей, попробуй ты. Хорошо. Раз, два, 33 коровы, 33... Ну, девочки, куда вы спешите? Давай так, девочки, здесь простой конкурс, да? Еще раз, поехали. Один, два, три катажные штаны. Кто сказал? Нет, друзья, не три катажные штаны. Девочки, я еще раз напомню вам, что ваша задача просто схватить, когда мы скажем цифру 3. Вот сказали 3, вы берете подарок. И все, не раньше. Все. Ваши аплодисменты, наши Сашеньки. Юль, не расстраивайся, получишь подарок. Но как победители? Где дубля?